И снова я пишу тебе в последний теплый летний день, немая грусть моей душе вуалью очертила тень. Прохладою наполнен час препровождения в пути. Душа бурлит, как свежий квас, стараясь форму обрести. И форму эту я бы в раз на чистый лист отобразил, как Левитан покоем спас того, кто в беспокойстве жил. И этой формой будет круг, ведь мыслям не нужны углы, а не укатится ли он, вопросишь ты, углы нужны. Что ж, душу облеку в квадрат или треугольник, наконец, и в каждый угол возведу одну из истин, как творец. Но истин быть с ним может три, и не четыре, лишь одна. Что мне за форму сочинить, чтоб угол был один всегда? Заходит солнце, входит ночь, и звезды сыплют из-под ног, и думы улетают прочь, и был ли в этих думах прок. Путь все короче, я бреду на лампы луч, на лампы луч, сквозь тени стен, а форма есть, подумаю. Подумал я в последний теплый летний день.